Да. Не, я смотрю. Не, не будешь? Без Панченко все уже? Так и у штурма хороший вратарь. А? И у штурма хороший вратарь. Твоего. Я про штурма говорю. Стоп. А, это есть. Здорово, задумай. Давай, давай, давай. Пять билатов твои есть, отлично. Разберись там. Они за тобой приехали. За мной? Да. Выйдешь, перестанут, уеду. Не знаю. Что это? Стоит ремонт? Это ж дешево или дорого? А до этого сколько было? Первый гол ворота СКА. Ворота банкира не забивает игрок команды СКА. Карга Польце. 1-0 среди штурма. Уже 7, Андрей. Витя. Говорю, что уже 7 человек, а не 6. Что там будет? Конкурс не веду. Почему? Хочешь, ты веди конкурс. И в трансляцию сейчас не ведешь? Ну, приложение. Ну и что? Ну, все. Значит, у тебя есть лишний десант. Единственное, что ставит, это Петрук, и он и так уже поставил. 9-5 в пользу Панферодина. Не игра рукой, она внизу находится. Здесь на положении. Давай еще раз. Мяч в ворота. Они интересуются.
минимальное расстояние. Да. Ключи. Правильно. Да. А ты не хотел. Синяя. Зря ты, да? Кто? Не взял Панферодин. Ну сейчас только 7,5 прошло. Да. Сюда!
Нет. А что, не берешь? Нет. Все поздно уже, надо было раньше. Нет, не. Не, все. Поздно, не, перед матчем принимались. Перед матчем интересно. Ну, неинтересно. Ну так тогда зачем мы приняли ставки уже на Сток-Сити 2, Атлетико Мадрид 2? Если еще матч не начался даже. Что ты рассказываешь тогда? Не надо. Да. Да, сейчас. Что? Нет, сейчас нет. Все поздно. Не. Он с Назарием сыграет. А Назарь почему зерно? Ну и что? А ты тоже арбитр, и что? Тоже как привезешь сейчас? Ничего, да? Я думаю, он подъедет к концу, да. Особенно, если Фердина будет проигрывать в этот момент, то послушаешь его. Команду вперед, 4-3.
номер 5-3. Синей футболочке парень. И быстро пытается сравнивать счет команды с Карсур. 6-4. Что за свисток был кривой? Все второй состав. Команда СК «Штурм» на 21-й минуте. Осталось 4 первых тайма. 7-5. Андрей, предложение, чтобы ты взял «Панфер-1» 1-5. Берешь? 1-5 на, ты на «Панфер-1», 1-5. Да, 1-5. Я взял... Не-не-не-не. Я взял «Панфер-1»? Да. Как тебе? 1-5. 1-5. Нет, 1-5. 1-5. 1-5 взять сыграть. Да. Я беру штурм, если я выиграю, то мне 5.
Да, если я выиграю, то ты не один. Да. Либо отыгрывай, ну то. Ну один давай уже теперь. Очень быстро отыгрывается Скурмалы. Козыри! Один к четырем теперь. Счет надо было какой? 7-6. Так, может быть, один к четырем, спонсор делает матч на конференции, там еще один состав приехал. И ты очень не хочешь. Ну один к одному давай. Один к одному давай. А, не, мы пламя не берем, не хочешь пламя. Ну, нихуя не на хоккей. Не, берем, давай. Хорошо, все потрубу. Надо было левой уже бить. Козырис. Вперед и скажем. За 5 минут забивает 4 гола. Козырис. 8. Козырис. Козырис. Это ж он в розовых бусах. Козырис. Это розовый? В розовых. Это розовый? Ну, в этих, какой? Ну, таких, типа, оранжевых. Ну, непонятный такой, типа, лиловый. Что, Дзюбенко забил? Автогол, друзья, радуется Дзюбенко. 9-7. Без ответных 5 мячей забивается 5 минут. Командует Каску. Вот это я тебя продавил, да? Не, братан, еще до конца я спокойно. Да. Мне кажется, что Штурм пропускал из-за того, что вратаря игра не пошла. Не согласен? Что вратаря игра не очень пошла.